Эй, hey, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем родить игру под названием Gunbreak. А если быть точнее, мы ее уже прошли, но это уже бонусные уровни у нас пошли. Поэтому погнали. Первый уровень. Мы загрузили из облака в мир, и мы переносимся, так сказать, в иные миры. А, я подумал, что странно все зависло. 1 из 12. Мы играем за тортик. Манай, да? Как это все выглядит? Хотя эта игра, знаете, похожа на этот. Там, где нужно было кубиком дойти до другого места. Пока что сложностей никаких. А, все, мы прошли. Ну так как у нас все, ребят, с вами найдено, поэтому нам просто нужно двигаться, да и все. Хотя еще нужно будет ровно упасть еще при том при этом. Так, не туда. Оп. Ну, эти херни не ломаются. Но залететь мы тоже можем. Так, при том, при этом мне нужно еще так как-то повернуться, чтобы... Блин, не то. О, получилось. Так, подожди, я отсюда могу стрельнуть? Я мог бы стрельнуть отсюда. Да, я мог бы отсюда стрелять, ёлки-палки. Подожди, а отсюда я могу упасть? Нет, не могу. Да, блоки эти не ломаются. Странно. Как мне это провернуть? А, все. Или не все. Так, так, так. До конца надо. Попробуем. Прав. Let's go next. Не, если здесь только такие будут, тогда это, ну, такое. Надо, знаете, хотя бы сделали в 3D. О, теперь тут сейвики пошли. Ага. Так, 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 так.
А, и вот я, видите, погиб уже. Да. А просто так не перевернуться уже. Так, это я на спину падаю. Пипец. А, ну все. Божечный бонус на уровне. Здесь хотя бы рассчитать можно правильность этого. Ладно, тут нельзя ничего рассчитать. Я в западне. Найс. Теперь мне аж сюда возвращаться, чтобы выровнять то, что мне нужно. Я сделал не то, что мне надо. Да ёлки-палки. Раз, два, три. Раз, два. Так, у меня мозг начинает кипеть. Насколько это тяжко. Ёлки-палки. Это только четвертый уровень. Бац, бац. Бац, бац. Какие-то длинные уровни. Я хотел, чтобы у меня уже попрос сгорел от этих уровней, да и все. Тышка. Точно.
как вы это представляете. А, вот что я мог сделать, в принципе, в натуре. Тихо. Блин. Так не провернуть. Провернул. Вот это реле долгие уровни. Тут нужно продумать каждую поворотливую часть. Везде я тупой. На логических играх я имею в виду. Не вижу смысла от лишних действий. Я понял смысл от лишних действий. Бац-бац-бац. Так-так-так-так. Готово. Вот так вот. Так, так. Ага. Как я понимаю, пока что идет все нормально. Глупые кубические подарки. Ох, нихера. Что-то новенькое. Здесь понятно, что нужно использовать. Опасные метки показываются этим, как они называются, кубиками. А, это сеть Wi-Fi точно. Отлично. Я молчу, потому что я пытаюсь мыслить.
Тихо. Манать, я понял. Ну, здесь просто на скорость. Да и все. На скорость выполнил и готово. Ну смотрите, сейчас у нас какой? 7-й сейчас должен быть, по идее. 7-й. И у нас 15 минут прошло. Я не знаю, в какую мне нужно будет сторону, поэтому я ломаю все стороны. Я думаю, это верный ход. Что я все равно не решаю, куда мне ехать. А, все, видишь, куда мне ехать. Окей. Лучше не рисковать, как я понял. Бац. Так, нужно, короче, 5 этих. Ту-ту-ту-тун. Готово. Ё-моё. Тупые огоньки, что мне делать? Окей, давай думать. Уху-ху. Вон, туда попасть не так уж сложно на самом деле. Я могу вздыхать и какая разница? Штрафов никаких все равно нету. Теперь мне главное что-то и вот заехать нормально. Давай. Вот это была не моя проблема, это была не... это не я был виноват. Так, хорошо. Вот лишний раз мне придется умирать. Я вас понял. Нормально. Все отлично. Оп.
А, да ладно, там закрыто, а что сказать нельзя было? Я понял, сложно было сказать. Бац. Так. Бац. Бац. О, тихо, там огонь. Не увидел. Я не увидел. Оп. Найс. Только не говорите, что... А, только седьмой. Черт. Мы начнем длинный? Такое. Здесь подохнуть это очень опасно. О, сообразитель. Готово. А, прикол. Вот в чем прикол. Но мне этим не обмануть. Я понял. Так. Тут секреток никаких нету. Погнали вниз. Тук-тук-тук-тук. Как бы так провернуть? Вот так вот. Оп.
Так вот. Здесь херня в том, что мне нужно теперь с помощью этого стрелять по этим блокам. Так, жалко, не получится. Блин, вот если один куб остался. Перевернуть тебя. О. Найс. Да, это сложечные все-таки уровни пошли. Осталось немного. Ага, нифига себе. Не стоит, да, стороны. Блин, мне надо как-то так перевернуться. Ладно, пока здесь сломаю. Оп, готово. Понял. Вот это что сейчас было, я вообще не понял. Так, а чё я не смог пройти? Ну? В чём проблема? Я, кажется, до всех уже дотронулся, нет? Чего? Какого черта? Не, я понял. Обман зрения.
шортов обман зрения. Так, раз, два, два. Так, так, так. И как это сделать. А там мы даже проход не смогли открыть. Я посмотрю, если вдруг это будет видео, ну там, дальше ничего такого, тогда я просто объединю и будет фулл бонусный, так сказать, уровень. Не врубаюсь. Это я вверх ногами буду. О! Лучше бы за сохранение было. Ну хотя бы здесь так можно сделать. Готово. Так, открыл. Хорошо. А что у нас еще вверху там было? А, это начальный сейф. Точно. Ну, начальный сейф. Так. О, а теперь начинается жопа. Ту-ту-ту-ту-ту.
Так, а что мне мешает? Не понимаю, что там мне мешало. Ладненько, короче, как я и говорил, давайте посмотрим. Если вдруг серия закончится, ребят, значит следующая будет новая. Если нет, тогда будет объединенная. Поэтому как-то так и... А тут осталось, в принципе, две, да? Ладно, давайте добьем. Давайте, значит, мы с вами это добьем дело. Там осталось немножечко. Там осталось, в принципе, немножечко. Теперь нужно сделать так, чтобы я... Сейчас поехал на чем? Правильно. Не на чем. Так. Ни хрена себе покатушки. Надо сделать так, чтобы... Ах, ты же... Ага. Это же не так уж и легко. А как, подождите, мне туда так попасть? Да какого черта? Ты че, виноват, что он такой медленный? А, прикол. Прикол, понял. А-а-а, мне наоборот надо было ехать. Всё, я врубился. Я понял, короче, нужно когда... Нет, я не понял, ладно. Хотя плевать. Тупые блоки. Пока что нормально. Окей.
Так. И я не понял ни хера. Ну я не смогу сломать. Мог это исправить. Так, хорошо. Умру, не беда. Мне просто нужно до финиша доехать. Так, осталось еще два уровня и босс. Так, да, так. Думаю, так. Окей. Супер умные головоломки для моего разума. Бутс, бутс, бутс. Опа. Оп. Оп. Пока есть возможность, открываем проходы. И что я сделал? Куда я заехал? Понятно, куда я заехал. Я заехал не туда, куда мне надо. Или я просто тупой, и мне нужно было стрельнуть в этой херне. Серьезно, я походу просто тупой. А. Как мне умереть? Я не понимаю, как мне залезть наверх. Ага, вот.
Ух, неужто я выехал отсюда? И, походу, я просто тупой, и мне нужно было нажать нормально на кнопку, а я вместо этого не нажал на кнопку. Потому что мне там залететь надо. Вот и все. Так, осталось только понять, как проход этот открыть. И все будет отлично. Ништяк. Понимаем. Блин, я не знаю. Ну как? Там ноутстоп не пройдет. Ладно, можно сделать. И я понял. Нормально. Теперь мне осталось просто пробежать. Ух, я еще с этим угадал. Или не угадал? Мне как-то нужно перевернуться.
что-то примерно того. Но это что-то не то. А в принципе, а как я это сделаю? Даже если я здесь, мне нужно попасть в кнопку. Кнопка, кажется, была в центре. Но охрененно. Это легче, вы думаете? Ну что у меня такое от... Это тоже не то. Как мне дуло перевернуть в ту сторону? Ладно, давайте я, короче, остановлю и это пройду херню и продолжим. Аллилуйя, я понял, как эта херня сделать. И я, короче, сверху нужно было уничтожить еще другие квадратики. Какой же это трэш. Стоп, выше. Хорошо, что я еще не спрыгнул вниз самый. Окей. Так, а можно это как-то выровнять? Ладно, я тут еще сломаю сразу. Как же они бесят.
Так, мне отсюда, да, нужно стрельнуть? А! Наконец-то сломал эту херню. Сломал эту херню. Осталось сюда доехать. Все. Все. Да, 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 наконец-то. Остался только босс. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, это босс. А чё босс выглядит в виде... Ладно. Давай, давай, давай. Поехали. Ни хера тут. А как мне стрелять в ответ? Но она так не стреляет. А, сзади все вижу. Как я понимаю, смерть — это смерть. Уходи, уходи, уходи отсюда. Чёртов диджей. А, можно попробовать. Попробовал. Спасибо, что разрешили попробовать. Ну, здесь понятно, что нужно просто бегать туда-сюда. Ну,
Ай-яй. Во-первых, нужно просто перевернуться. Хотя бы. Дальше. О. Тихо. Ту-т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 у. Так, осталось немного. Осталось немножечко. Главное не тупануть. Я что-то не в ту сторону. Так. Ну тут я умру. Если так пульну, я умру. Главное меньше ошибок делать. Оп, я понял. Нет, я не понял. Или я понял? Да ёлки-палки, надоел, диджей сраный, уходи. Ага. Готово. Это как первый босс? Ни хрена себе. Да уж.
блин. Здесь маленький типа этот, и поэтому... Я не попал, да? Да, ёлки-палки, насвалишь ты, робот. Бац. Бац. Так, хорошо. Бац. Бац. Давай, 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 давай. Да ёлки-палки. Отлично. Еще один босс. Оно восстанавливается? Бля, восстанавливается. А как мне так сделать, чтобы я еще не упал с этого? Ну, допустим, так, окей. Так, так. Чёртовы машины. Давай сюда, сюда, сюда. А, да ладно. Бац. Бац.
Бац. Бац. Бац. Жалко, что и сохраниться перед этим нельзя. Да ёлки! Ладно, тут ничего на самом деле сложного вообще нету. Всё. Еще один босс. А, наконец-то все. Фух, чё так сложно? Вот, ребят, считайте, это и конец. Давайте посмотрим, что это, и я думаю, закончим. Реклам новых нету. А, это то же самое. Только в другом образе. Манай. Интересно, здесь столько же уровней или как? Thank you.
Она, конечно, сделана все равно. Это, знаете, типа, может, первые версии такие были. Это как обычные уровни первые, просто сделанные в таком образе, так сказать. Давайте я пройду хотя бы этот уровень. Бесконечные уровни какие-то. Ну, ладненько, давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... Всем пока. А, нет, посмотрите, тоже есть уровни. И есть еще и босс, нихера себе. Ладно, закончим на этом.